Да пребудет с вами темная сторона силы, с вами Дарт, и мы продолжаем играть в Star Wars Republic Commando. Значит, у нас сегодня уничтожение фабрики. Отряд Дельта смог проникнуть на фабрику дроидов, но закончить это задание будет нелегко. Чтобы остановить производство дроидов, нужно обнаружить и уничтожить несколько важных компонентов фабрики. Ее укрытие. Найдите компьютер и скачайте чертежи фабрики. Я проанализирую их пуски слабых мест. Вам следует заложить взрывчатку и взорвать ее. Сам это сделаю. Там дроиды. Кстати, дроиды тут мелкие. Клоны все одинакового роста, 1.83 м. Боевой дроид B1, который здесь, он рост 1.93 м, то есть 1.91 м. То есть он должен быть выше нас. То есть они вот туда, примерно, стрелять, да? А они меньше нас по размерам. Ложись! За мной, Дельта, за мной. Так что небольшая несостыковочка с этим. Вспомните даже первый эпизод Звездных войн. Там Оби-Ван был ниже всех дроидов. Ты чё? Ой, хватит льстить. Хватит льстить мне. Ну, где ты? Ты шо, дурак, что ли, иди? Тебя братья ждут. Давай. Ты шо хромаешь-то? Ты ж полностью здоров. Граната. Отлично получилось. Ищи этого терминала, получите доступ к главному компьютеру фабрики. Я сработаю эти двери, как только соединение будет установлено. А у меня тут плохие новости, да. А супер боевой дроид, он ростом 1.93 м где-то. То, что вы видели. Анализ полученных данных выявил два узла, уничтожив которые можно приостановить производство фабрики. В общем, смотрите. Дай сказать. Второй - карта сборочного конвейера на производственном участке. Чтобы отключить источник питания фабрики, придется уничтожить их оба. Хорошо. Обновляю показания целевого компаса. Хорошо. Вот видите, у меня граната, да, в виде песочных часов. Это, короче, световая граната. Но против дроидов у них, конечно, сенсоры, но типа бессмысленно, я считаю. Против живых целей это нужно использовать, поэтому будем пока эми гранатой пользоваться. Закладываю детонатор. Назад! Уничтожим их отсюда, Дельта. Подготавливай оружие. Оружие готово. Че, он сдох? Вот первый силовой узел. Давайте опустимся на нижний уровень. Насекомые. Принять хайперскую позицию, Дельта. Перемещаюсь на позицию. Дельта 38 попал точно в цель. Можете идти за ним. Уничтожим их отсюда, Дельта. Учебная стрельба. Взломать этот терминал, Дельта. Слушай, ты терминал. Отлично выполнен, сэр. Терминал взломан, сэр. Благодарю, солдат. На случай появления боевых супердроидов. Точнее, супер боевых дроидов. Все время путаюсь. Вот эти пальчики мне так нравятся по бокам, которые. Так необычно. Вот второй силовой узел. Черт! Ну, простите. Как ты туда попал?
Вот видите, шкала такая оранжевая справа. Вот, это уровень. Сколько зарядов там? Сколько там заряда, да, вот оранжевая? Еще раз показываю, вот там. Видите, да? Видите, убавляется, да? Все, я думаю, вы увидели. А я что, иду обратно? Вот я дебил. Куда идти-то? Вот сюда, господи. Так, давай-ка. Я этим займусь. Прикройте меня. О, кстати, дроиды штампуют. О, я вас увидел, засранцы, давай. Сейчас подготовлюсь. А, да? Ну давай, подрывай. Отлично, конечно, качественно. Я же все-таки лидер, мать его, отряда. Так, прими бакту, сынок. Давай. Я тоже подлечусь. Ну, теперь вы видели, в общем, что бывает, когда умираешь. То есть, ну, хотя бы увидели, да? То есть, у меня... Меня могут реанимировать, я могу загрузить какое-то сохранение, и там еще что-то было. Не помню, что. Мочите их, мочите, чё? Так, а я пока буду сдерживать дроидов. Все взломал, красавчик. Мужичина, давай. Это было красиво. Заряд залог. Укрытие, Дельта. Отличная работа, да я затек полное отключение фабрики. Выходим опять, убираемся отсюда. Прекрати, Дельта. Ты к вахте, живо. Дельта строится. Я бы всю жизнь этим занимался. Там все вырывается, а мы бак-то и лечимся, да. Вот такие мы негодяи. Покидаем фабрику. Быстрее, быстрее, беги. Все, валим. Дельта 38 советнику. Мы должны быстро выбираться отсюда. Где вы находитесь? Как мило с вашей стороны, что вы появились. Так, ну у нас там вперед в главном кораблю сепаратистов, да? Но это мы будем смотреть уже в следующем видео. Надеюсь, это вам понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в группу канала. Ссылка будет в описании. Увидимся в следующем видео. И всем пока.